Высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни. В 27 районах региона запрещено посещать лес при установлении третьего класса пожарной опасности. Всего за минувшие выходные в Приангаре ликвидировали 9 очагов возгорания. Как отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин, все лесные пожары возникают сейчас вблизи от населенных пунктов. Чаще всего это результат бездумных действий людей. Дознаватели МЧС расследуют каждый случай возгорания в государственном лесном фонде. Виновным грозят не только крупные административные штрафы, но и уголовная ответственность.